Каракин по-прежнему выбрасывает в атмосферу вулканический пепел. Все рейсы отменены. Футбольные фанаты со всего мира пытаются найти другие способы попасть на дерби суперстрайкеров и Лиги Непобедимых. Ха-ха, не только фанаты! Дурацкий вулкан. Не в курсе, что я путешествую на частных самолетах? Поездка на поезде займет годы. Поэтому я всегда беру с собой рассказ об инспекторе и фом-спекторе. Эта книга называется «Загадка пропавшего поезда». Она о загадочном поезде, который... Пропал? Ясно. Да ладно, Шейкс. Чтобы обыграть Лигу Непобедимых, нужно бить получше. Да, бро! Почему бы тебе не отработать новый удар? Крученый? Нет, нет, он еще не готов. Давай, Шейкс, сделай пробный удар. Хорошо. Но я вас предупреждал. Мы здесь ни при чем! Предупредил бы уборщика! Жаль, что нельзя отработать удар до матча со Скарой. Посмотрим. Идем. Поезд приехал. Ого! А вот это невероятно. Идемте. Беру свои слова обратно. Пусть вулканы извергаются чаще. Это еще не лучшая часть. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the night, and now I'm gonna be a fighter. Cause one, two, three, I'm a super Superstriker. Суперстрайкеры. Тренировка в поезде. Это новое изобретение профессора. Здорово. Очень круто. Круто. Тренировочный вагон. А зачем нам залезать в вагон? Это вагон для тренировок в поезде. Мы никуда не едем, будем в вагоне. Это вагон поезда. Там вы будете тренироваться, в самом поезде. Не понимаю. Ух ты! Этот поезд похож на поезд из книги «Инспектор фон Спектор» и «Загадка пропавшего поезда». Когда за дело берется Клаус фон Кликенхофен, никаких загадок не останется. Да, кроме загадки произношения твоей фамилии. Я проанализировал результаты сезона, передачи, удары, подборы. Мы, Лига Непобедимых, равны почти во всем. Поэтому для дерби нам нужен особый козырь в рукаве. Крученый удар. Именно. Ого! Мы как будто не движемся. Как это работает? Я боялся, что ты спросишь. Включить обучающее видео. Все очень просто, видишь? Вагон состоит из стальных труб, каждая из которых погружена в жидкость, плотность которой равна плотности салона. Плавучесть создает влажность, противостоящую любой силе или ускорению, применяемым к вагону. Я спрашивал о тренировке. Ясно. Активировать тренировку. Давай, попробуй. До дерби 3 дня.
Отработай свой крученый удар, и у нас будет преимущество над Лигой. Целый день расследований и ни одной разгаданной загадки. Да. Дворецкий сказал, что если проберешься в его купе еще раз, он выкинет тебя с поезда. В книгах об инспекторе и фон Спектре их Дворецкий всегда виновен. Я знаю, это он сделал. Что сделал? Я еще работаю над этим. Дворецкий, какая приятная встреча. Расслабься, чувак, он просто принес еду. Он точно что-то задумал. Мой стейк! Наконец-то! Закатка! Привет, Шейкс. Как тренировка? Выматывает. А как у вас дела? Минуточку внимания, пожалуйста! Сочный вкусный стейк был украден прямо в этом поезде, и один из вас виновен! Я не стану называть имен, только профессии! Творецкий! Простите, у него очень активное воображение. Да, и не очень активный мозг. Зря я спросил. Сосредоточься на отработке крученого удара. Лига непобедимых настроена очень серьезно. Да, но пока они едут, я тренируюсь. У нас есть преимущество. Скара! Что ты здесь забыл? Думаешь, только тебя касается дурацкое облако пепла? Если б знал, что ты тут, пешком бы пошел. Да, прошу меня извинить, у меня дела. Я вижу. Что в этом интересном вагончике? Какой любопытный. Расскажи. Нет. Почему? Скажи, пожалуйста, и я подумаю. Пожалуйста. И... нет. А давай сыграем. В вагоне-ресторане. Кто первый забьет, тот выиграл, если ты... не испугался. Хе-хе-хе. Я уж думал ждать до матча, чтобы обыграть тебя. Ха. Ну, тогда пеняй на себя, когда проиграешь. Гениальный финт от Скарре. Может, стоит сосредоточиться на мече, а не на глупых комментариях? Доигрался, лузер? Простите? Доиграешься. Ау! Похоже, поезд на моей стороне. На стороне победителя. Забудь, Скара! Сюрприз! Динган! Гол! Скара победил! Ты обманщик! Я сказал, что обыграю тебя, но не говорил, что один на один. Ух ты, круто! Неплохо для второсортной команды вроде суперстрайкеров. Что ты здесь делаешь? Ого! Что это? Ты получил, что хотел. А теперь извини. Да-да, спасибо за экскурсию. Я видел все, что было нужно. Ладно. День второй. Крученый. И начинаем! Ugh!
Да. А? Лучше поешь, пока не съел блок. Ну как дела с крученым? Готов к матчу. Может, Скара и видел тренировочный вагон, но он ничего не знает. А? О чем ты говоришь? А, Скара предложил поединок и... Стой! То есть Скара здесь, на поезде? То есть ты не видел Скару и Дингана? Их сложно не заметить. Что бы они ни делали, с ними всегда проблемы. Ничего себе! Мы остались позади! Плохи дела! И они продолжают ухудшаться! Здесь должна быть какая-то аварийная система! Шейкс, дай сюда мяч! У меня идея! Сейчас не время для тренировок, капитан! Тренировка окончена, Шейкс! Пора использовать крученый в действии! По-моему, у тебя идеальный крученый удар, Шейкс. Да. Скоро мы едем за тобой. Есть что-нибудь? Нет. Ничего. Не понимаю. Он должен быть здесь. Давайте-ка еще раз. Вы говорите, что парни из Лиги Непобедимых проникли сюда, никто их не видел, они пытались от вас избавиться, а потом просто исчезли. С движущегося поезда. Да. По-моему, ты слишком много общаешься с Клаусом. Не волнуйтесь, скоро мы разгадаем загадку. Простите дорогу инспектору фон Кликенхофену. Я опоздал. Приводил усы в порядок. Продолжайте. Знаю, звучит немного странно, но кому еще нужно от меня избавляться перед важным матчем? Загадка пропавшего поезда оказалась правдой. С помощью логики и дедукции я смогу с уверенностью сказать, что только один человек на этом поезде способен на такое. Поверить не могу, что мы здесь. Шейкс, нужно исключить невозможное. Вроде исчезновения Скара с поезда. Иногда правда кажется маловероятной. Но это правда. Объясни по-человечески. Это сделал Дворецкий. Опять ты? Я же сказал, не брал я твой стейк. Дело уже не в стейке. Дело в... этом. Это крючок из тренировочного вагона. Я не знаю, откуда он взялся. Запомни, Дворецкий, твой следующий стейк тебе подадут в тюремной столовой. День дерби. Из-за вулкана рейсы по-прежнему отменены. Обеим командам пришлось найти другой транспорт. А вот и суперстрайкеры. А вот и они. Мое лучшее дело. Твое единственное дело. Дело еще не закрыто. Матч на Страйкаленде! Мак, думаешь, недостаток тренировок скажется на игре команд? Не знаю, будет ли это дерби соответствовать привычному стандарту бренда. И мы начинаем. Похоже, мы ошибались, Бренда. Шейкс и Скара не подают признаков недостатка тренировок. Более того, они оба в прекрасной форме. Очень сложно сказать, какая из сторон играет лучше. Что, хотел избавиться от меня? Это низко даже для тебя, Скара. Ты газет не читаешь, Шейкс? Это сделал Дворецкий. Других ты можешь обмануть, но я знаю, что это был ты. Докажи. Незачем. Твой план провалился. Крученый отработан. И я могу это доказать. Надеюсь. О да! Какой гол от Шейкса! Только первый гол. О, боюсь. Я весь дрожу от страха. Да, я в курсе. Поэтому ты не хотел, чтобы я попал на матч. Умоляю. Я даже не знал, что ты был в том вагоне. Так ты все-таки был в том поезде?
Прости, Шейкс, твои подозрения были верными. Все нормально. Уверен, даже инспектор фон Спектр ошибался. План Скары провалился, и мы ведем. Остальное неважно. Боюсь, все не так просто. То есть? Скара признался, что он не знал, что ты был в вагоне. А значит, он не планировал сделать так, чтобы тебя здесь не было. Тогда что он задумал? Да, вот так вот. Лига непобедимых намерена вернуться на свой уровень. С дороги! Но после чудо-гола Шейкса у них полно работы. Крученый! Что? Похоже, одного приема недостаточно, чтобы разделить две команды. Это мой удар! Он не хотел от меня избавляться. Он хотел украсть мой крученый. Он отсоединил факон. Но как он успел выучить удар и приехать вовремя на матч? Похоже, ваша игра только что сошла с рельсов. Изощренное преступление, алиби, умная игра слов. Этот парень не промах. Забив второй гол, Лига непобедимых решает провести замену. Клаус, линии изменились после того, как прошел поезд. Но зачем? Потому что Лига непобедимых ждала другой поезд, чтобы подхватить их и отвезти на игру. Ну, конечно! А? Это объясняет, как Скара сошел с поезда. Он вышел через тренировочный фагон. Мы с Растой были близки к тому, чтобы его поймать. Шейкс был прав с самого начала. Скара стоит за кражей в поезде. Прости, что сомневались, бро. Да, но если ты продолжишь так же забивать, мне все равно, во что ты веришь. Ты раскрыл преступление. А теперь давайте накажем их. Удивительно, как похожи Шейкс и Скара. Они даже используют одинаковые приемы. Думаешь, они тренировались отдельно или вместе? Нет. И мы на одном поле вдвоем трудно ужиться. Последний шанс. Победят ли суперстрайкеры? Зря Скара так схватил Шейкса. Но для свободного удара слишком далеко, несмотря на способности Шейкса. Для Лиги непобедимых достаточно и ничьей. Не понимаю одного, Скара. Как ты подкинул крючок из тренировочного вагона в купе Дворецкого, если ты сбежал? Легко. Уметь надо. Я сделал для себя проход. И у меня появилась гениальная идея. Инспектор фон Идиот так хотел в чем-то уличить Дворецкого. И ты подбросил ему доказательства. Подозреваемый был найден, а дело открыто и сразу закрыто. Ха, очень умно, Скара. Но тебе все равно конец. Умоляю, время идет. Придется поделиться с нами очками, как ты поделился крученым ударом. Он прав. Крючок был последним кусочком пазла, но игра не повернулась в нашу пользу. Крючок повернулась. Потрясающе! Еще один новый удар от Шейкса! Ю-ху! Вот так! Скара может украсть твой удар, но не твою креативность. Да, подготовка — это хорошо, но иногда нужно жить моментом. Как ты придумал новый удар? Эту тайну я оставлю при себе. Не хочу, чтобы Скара снова что-то разнюхал.
Кстати, о тайнах. Где Клаус? Ладно, здесь чисто. Испортим эту штуку перед тем, как нас вышвырнут. Но здесь так классно. Как будто мы и не движемся. Потому что мы и не движемся, идиот. Мы же стоим. Здесь здорово. Мы можем ехать со скоростью 150 км в час и даже не чувствовать этого. Наконец-то! Этот закадочный поезд исчез! Вместе с обвиняемыми! Спасибо за помощь, инспектор фон Кл... Можно просто, Клаус! Эту парочку ждет тюремная камера. Только сначала мы отпустим дворецкого. О, да! Скажите ему, что мне жаль. Не волнуйтесь, мы тоже на него думали. Да, в рассказах об инспекторе и фон Спектре дворецкий всегда виноват. Всегда виноват. Стойте, вы знаете инспектора фон Спектра? Вы шутите? Это именно из-за него я стал агентом Суперлиги. И я тоже. Да бросьте. В нашей штаб-квартире висит его постер. Да, мы фанаты. А вы знаете песню инспектора? Знаем. Знаем. Инспектор фон Спектр, главный директор. У него есть стиль, у него есть класс, а усы просто таз. Суперстрайкеры.